же чисто на аудиторию, чтобы не терять стримит. Да, сейчас будет какой-нибудь там анимешный стримит, блядь. Чтобы народ чисто был онлайн. Ну что, прикольно, там помогает и всякий, но ты вообще. Раньше было, ну как всегда. Раньше же он на Афе играл, вот и как раз на него и на Фоске, там на Афе типа фармил. Взрыв. Вечный сад. Да ладно, даже никто не умрет. Хули стоило босса стену морды поставить. Тут тактика. Надо было под кран нести. Куда босс, туда и мы, да? Так вот. Сначала Манурин, потом ты, сраные блогеры. Сейчас объект появится. Нет. Ага. Умылись объектами, да? А осколок упал? Как говорила это Настя, все ебало в чешку. Да, да, да. Блин, что-то вообще какой-то не пёртый. Тулкан, осколок. Чё, пойдём на профата, нет? Да, конечно, пойдём сразу. Как тебе анхолик без шмота на анхолика вообще? Ты сейчас тоже в анхолике был, что ли? Да, я сейчас в анхолике был без шмота на анхолик. У меня нету шмота на анхолика вообще. Сарпом. Че так себе, пятнашку? 16 000. Давай, Ванчик. Анхолика без шмота вообще. А ты заметил, Лех, тебе добавили крит в ауру у пета? Ну, я в курсе. Типа 16 000 соло таргет инст. Для анхолика без шмота вообще. Ну, у меня просто хосты вообще нету, чтобы вы понимали. У меня арп, блядь, 90%. Который в анхолике вообще не нужен. Анхолик же чисто в силу идет, да? Хоста вроде еще там. Да, полностью вся сила, хоста, крит. Сила, хоста, крит. Как ретрик, что-то. Похоже. Он ходит хорошо по этих РДД. Заходим сюда. Yeah. Всем. Да, все. Там кто-то отстал, блядь. Кто отстал? Лоб. Кто-то отстал. Это труп. Тут просто, чтобы ты понимал этот, вообще все шмотки не те. Там ни одна шмотка с РПБ не берется. У меня все на РПБ. Есть один момент такой. Ротвар ни разу не сидел лобами, танчил только профа. Сейчас ты будешь профа танчить. Ну тогда надо будет какой-то лютый напул сделать. А чё тут лобочки сложного лобами? Коника напул. Нет, я в плане, я знаю примерно, что там нужно делать, как бы я понимаю, но я физически там не сидел, могу наебланить с первого раза. Там один-два жмешь и все. Набираешь лужу и плюешь. Все, это все, что тебе надо. Че, в анхолике остаться или надо? Да давай лучше по домашку, чтобы наверное. Коника, ты же на пуле? А, блядь, я еще не юзал КПС пулы, блядь. Был бы больше ДПС, вообще даже не гаргу. Ты как хочешь, хочешь по фану побей вообще пофиг, до урона хватит. Че, сколько это решаем? Чем тебе пыжить на анхолике, когда на БДК можешь две-три кнопки? В анхолике играть в удовольствие. Нахуй еще кнопок. Блин, как он вообще люто шипы апает, это пиздец. В нормальном рейде там можно и 23-24 давать. Вот в каком гире. Это ж пиздец. Так, объявление для рейда. Рога вылетел. Занту, ты в Дисе? Это самое объявление для рейда.
Сейчас будет танчить про товар. У кого там агро топовое, по-моему, на кто смотрит? Чейв, да? Или кто, Эльдархаб? У меня нету таланта на агро. На простью давай бдилку. Вот. Я бить, окей, уговорив. Значит, Рога, Хант, пулы ПКД Навара и смотрите Воман. Дайте ему побольше времени. ДПСа убить хватит, просто ну хуету не сделайте. Я в кукле посижу. Еще забыл, от красного бежим, на зеленого сбегаем. Mm-hmm. Так я думал, все знают. Киллы в зеленого не сбегайте, если еще который кассит. Мак, не бегайте, точнее. Лок, КСС можешь дать по... если что. Ничего, да. Я, кстати, второй раз в хиле на профи. Топните, дайте забрать, набрать агро. Подождите, 3 секунды. Может, ничего. Мили лужи. Добивайте, добивайте, чтобы не дошел. Все. Переводите. Красный, смотрите. Добивается. Видите, видно, гимна больше нет. Я дам, если чё. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это ещё откуда? Все в красном. Пельмени. Смотрите, под красным летят. Пельмени схватили. Давайте побольше урона. Пельмени. Холики, холипалы, попросите сальву зарядить. И по Чейву. Шинджитсу по Чейву заряди. Зелёный. Давай спасение. Из лучших выходить. Свищ зеленую. Не летим. Дай закину. Вердру БР не вара. Хардгол. Красный выливается. Захильте вара. Дайте. По нему каску, там кулак. Империон, беги. Нет, это хил больше. От хилов не убегай, ты не в ту сторону бежишь. Больше шкафов. Пельмени. Ой, красиво, сорян. Метку, метку, нет.
для хилюти. Давайте, чтобы не дошел. Больше, больше, больше. Нормально. Классно, не выходит. Понимаете, сколько мы ДПС теряем, когда проф не так что уйдет? А профа он вообще не водит. Он думает, надо стоять, чтобы ДД милики бегали, да? Вар. Давай, начинай водить. Нет, куда водить? Про чё? Отойдите. Уйдите. Идите, мид. Торы. Ильте метку. Нажми добавы. Да там два хулипала, я не знаю, хули вы, блядь, хилите метки. Смотри, я просто бегу, блядь, с другой конца комнаты, чтобы профа побить. Да про товары ты не понимает, нихуя. Да про чё вы несёте вообще? Чё ты, блядь, его тут танчишь? Стол поставь, блядь, профа. Куда его поставить? К столу тебе? Дай гимн, пожалуйста. Да, Сент-Керри, сейчас какие там оказываются, наверное. Перемене аккуратней. Ну да. Ну ману дал. Красный. Подведи профа к столу. Стол, видишь, где? Где ты был, блядь? Первоначально, где босс стоял, поставь профа. Прохиливай ты меня, прохиливай. Пельмени. Веди, Полина, разворачивайся, веди. Беги, беги. Давайте надо еще вот зеленый, надо переводить. Только сильно не бейте. Пельмени. Ходи. Зеленый. Милики, пошли бить. Нет, нет. Ну нахер тебе. В центр летим. Не бегите назад к нему. Зачем вы, блядь, бежите? Перемени в центр. Переводи. Еще красный будет. Не переведут они. Все, стоп. Подбивайте чуть-чуть. Леха, подбивай все остальные красного. Красного бьемся. Посметку захильте обязательно. Юранина, блядь, хильте. Шаман. Далеко, ты далеко. Убегай. Далеко. Ты бежишь от хер. Тебе надо бежать через милизону. Ты в следующий раз камень дал ран, хуярь сразу. Все, перелисы. Соберитесь в одну точку и веди, наверное, вправо. Все в звездочку. Все. РДД. Урока. Урока, у тебя диван есть? Божественное вмешательство. Первая пати, друид, треса и шинджитсу. Какой холипалки? Холипалы в дисе, диван тоже самый вопрос. Да я вот коник попроси, им кинет. Бля, маны вообще пиздец. Босс, отводи быстрее, блядь, пол уже появился. Пельменев, блядь. Слушай, отъебись от меня, я все вижу и отвожу, блядь. Тихо, не ори, ебаный в рот. Реакция просто хуёвая. Анонс. Когда? Отбегайте эти лужи вот эти. Давай, диваны. Навара, диван. Давай. Дал. У шторы нет КД на БР. БР, или по-моему. Перемене, вправо ушли. Колба, сейчас секунду. Назад, назад к луже. Бля, опасно стоим, уходим. Чуть-чуть дальше встаньте, а то пельмени словим. Ходит, поставь босса к стене.
пельмени летят. Блять, соберитесь, РДД в звезду. Дал Т4, хитите хорошо. Там стаков уже. Ты заберешь босса? Стаки. Вы уже выбегаете. Дайте сейф по рейду. Сейчас. Вот, забери босса, блядь, на себя, возьми один стак. Да на мне 5 рейд убьет сразу. Давайте добивайте уже, блядь, пожалуйста. Давайте, Кенчик. Здесь захилился. Бля, а че с паладинами не так? Коли паладин, ты в дискорде, который... Да нахуй тут дискорд, ты чё, нахуй? Мол, да, вот. Ты знаешь, что такое диван? А это не этот, не Коника? Нет, это нет. Не Коника. Коника давал диван. Мне казалось, что давал, да. Я дал диван, потому что все остальные паладины просто молчали, когда их звали. Почему ты не мог кинуть? А, у нас еще есть ретрики, они могли тоже кинуть. Что интересно тебя откинуло в лужу? Наверное, оранжевое говно в бутылке. Так ты узнавай, нахуй. Так, урока, ребят. Ты в Дисе? Урока. Какого хуя ты дрочишь? Где твой диван? Чего? То, что нас 24, это, ребят, мы бы и так убили. Во-первых, что, мы... Слава тупит, и мышкой можешь нажать? Что, блядь? Вытащи на панель. Из книжки вытащи божественное вмешательство на панель. Нажмешь на танка мышкой. Нажмешь мышкой на способность. Надеюсь, реагенты для дивана у тебя есть? Ну-ка, ринкани его. Через shift левой кнопкой мыши. Тыкни. Конечно, есть реагенты на диваны? Поделись. Точно есть, я могу дать. Урок, блядь, есть, ты что там уснул нахуй или что? Танк, держи, пожалуйста, который вар, держи возле стола. Он вар. Ребята, арестит. Которые кайтят красный, бегите через милизону, чтобы миличники туда-сюда не бегали. Ребят, если у вас тактики как-то отличаются от пугарейдовских, пожалуйста, заранее их объявляйте. Всю жизнь танчили возле зеленого. При чем? И только в середине боя мне сказали вести к столу. Причем тут это? Ты не видишь, как те милики бегают? Да мне похуй, как они бегают. Я танчил всегда там. В смысле? Всегда закрывали там. Ты не понимаешь суть. Нету такого, что ты поставил босса, блядь, и держишь на одном месте. Угу. Всегда делается так, чтобы у босса было больше ДПС по боссу у миликов и РДД зоне. Угу. Красава. Только ты понимаешь, что у каждого своя тактика на этого босса? Кто-то убивает по одному, кто-то по другому. Пугарейды убивают всегда там. Если у вас... Я не против всего. Если у вас что-то отличается от пугарейдовской, говорите просто, куда делать, я сделаю. Ну, подожди, откуда мы знаем то, что знаешь ты? Вот скажи. Причем? Ты мог уточнить, у вас как у всех так? Блин, ну мне что, на каждого босса спрашивать, у вас вы убиваете так, как всегда, все, или у вас что-то изысканное? Мы читаем свои мысли. Алина, сейчас мы отдам. Не перебивай. Я говорю, при чем тут тактика? Ты должен стараться водить босса так, чтобы милики и дамагеры РДД дамажили по боссу больше. Я не буду с тобой спорить, потому что это бессмысленно. Буду стоять возле стола, не вопрос. Мне вообще похуй, где танчить. Возле стола. Он должен водиться возле стола тоже. Покажи, куда его водиться. Покажи, где его надо водить. Редвар. Редвар, ты тут? Да, тут. Куклу шаришь?
Он, чтобы я сидел РДДшником, я ты могу просто... сесть. Да, посиди. Ну ты шаришь, да? Ты, чтобы я не очковал. Ну, мне покажет человек, где водить надо или нет? Не будешь его танчить, не парься. А, ну ок. Этот хулипалуфнулся или что-то писал, вот этот Акинари, который... Ты зелёный... Это конника, это конника. И тут конника. Я релогнулся, мне сказали скачать обнову, сейчас я быстренько скачу. А. Ты на зеленом и на красном плюешь, да? Да, конечно. Тут на всех плюется обычки. С этим ДПСом, если ты не плюнешь, вайп будет. Мы, короче, решили меня крайним сделать, да? Так понимаю. Да не, по полной. Просто у него вариант. На мейна. Хули там три кнопки, люди путаются, наверное, что там жаль, блядь, не знаю. У меня еще 1.5 минуты КД на гимн на ХП. Как этот, Леха тогда говорит, блядь, говорит, там на этом, как он называется, на роботе, на соляре по 5-6 спилов всего. Ну типа Дизон сказал. Бля, я ржу, нахуй, приходим на робота, нахуй. Адмирал такой, блядь, говорит, 100 спилов нашел. Дайте шкаф. Кихни от варетри. Кихнуть? А, это какого? Тот самый, поди, да. Тут он помон какой-то. А чё, чё он известен чем-то? Алёха же говорил про него, ты не был в том рейде, ты же был туда. Ты же в прошлом рейде был тоже. А я не помню. А в начале там, он говорил. Какой-то там мейн у него. Да, какой-то там мейн, короче. Вот у Рока поставил черепок, вот этот танк, видишь, вар такой щитом, посмотри, у него здоровье 64 тысячи. Понял, да? Проверка готовности завершена. Давай, Red War. Вара не вижу в инсте. Твой стой. Триумф. Харвис, ты тут? Стоп, 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 стоп. Подожди, не пей. А чё он куда попался? А зачем вы меня сумаете? Я тут. Он назначен, его надо. Ну, первый даст урока, я скажу. Дот, Лёх, бегает. Бля, у меня не хватает, нахуй, понимаете. Ну, ты быстро пил, наверное, тоже слагер, да? Дует, хватай чушку, пожалуйста. Давай пей, Куля. Гайд, гайд. Не так. Ну, это профессионально в тюшке. Раз. Ирион. Метку. Слушай, когда мы проходим, у нас все нормально проходит. Дальше в центр иди, пилам.
Что, сертификат хуйню дамажит, да? Так это ж лог. Че молидец хилит, блин? Джитсу тоже 2к ДПС. Это вообще нормально? Мини. Шинзис, ты что-то дрочишь, что ли, или что? Ты тут, паладин Шинзису, напиши мне что-то. Стоит. Не в этой позиционной проб. Видишь? Получилось. Такой позиционки. Стоим на месте. О, побежали. Что добивается? Приладика. Не-не. Красный флаг тут стоит. Зеленый стоит. Метку. Закручивай. Задом. Там этот флойд поставь подальше туда. Да, блядь, сейчас колбы будут, а потом зеленый. Куда ты ведешь? Да не сюда, вот где я стою, поставь его вот сюда, вот. Сейчас в колбу скинем. Вот взят купол, видишь, как колбу ты поставил? Метку, ну. Где, блядь, замедло? Р2. Менее аккуратно. Гить, Лен. Ты вола ёбишь там, блядь, чушка. Да чушка вола. Давай гимн на хп. Во. Колбы, люди летают. Чё ты, блядь, профа хуёво водишь ты? Ну делаешь, ты можешь возле стола водить, вот, блядь, поставить, сука, его задницей в стол, блядь, чтобы колбы были в столе. Вот, ты поставишь нормально профи? Скучнее, пожалуйста. Вот, вел на зеленом, да, вот так. Развернул, видите. Если даже зеленый возьмет цель, то, блядь, далеко будет. Ставь его туда обратно. У нас сейчас колбы будут, а потом красный. Меня. Колба. Можно, блять, она там? Пизду, я не буду бить.
Может, упадем берса 2 минуты. Мы не успеваем точно. Чем хуй. Вы это обкурился там? Паника, стопай. Скажите, вы там, блядь, обкурились вообще? Пяти минут, блядь, бегания и дамажения босса, блядь. Пяти минут, наверное, блядь, я больше... Три, наверное, 4 минуты бегал, 1 минуту дамажил. Так нахуй с этой чушкой вылезти. Жди, пока тебя убьет босс. Как там ничего посмотреть? Да, мне профессор нужен. Блять, 9 утра уже, охуеть. Бой, ты тут? К сожалению. Давай еще один трай попробуем. А толку, если ты даже замедлить не можешь? Сейчас все сделаю, господи. Я на этой чушке не раз запрети. Когда я последний раз сидел? Когда квест такой делал? Так ты не один раз даже проебался, а несколько. Один раз проебался. В самом начале, когда раги не было, плюнулся зеленого. Первый только раз. Второй, там второй раз тоже замедлен не был. Он был замедлен, когда он уже к рейду подошел. Вот, что там по шмоту, ребята, беспокоятся? Да хуя еще. У нас минус хил. Весь бой был. Мы не понимаем, что ты написал. Поднимите меня, пожалуйста. Я вот тут около стенки валяюсь. В угол встал. Угу. В босс угол поставил. Спасибо.
Вот, ты хочешь распуститься или мы дальше? Если хотите. Чего-чего? Если хотите. Давай убьем, хорош, чего? Изморальте. Если нормально водить, блядь, босса, воду убьем без проблем. И так, что я, блядь, бегаю с 5 минут, 4 просто, блядь, за боссом. Так, чтобы даже автоатака, сука, не доставала. Друид, ты тут? Я думал, ты гипнотизируешь стоишь. Паладин, тебе щит не нужен, я понял, да? Тогда распылю. Коник, иди щит забери. Да забрал, забрал. Хотя с магиком лучше. Второй рейд. Обмен черепком. Блять, я, конечно, только увидел, что ДК. Чё ДК? Да вот ДК. Что он? Ты лагаешь просто. Я говорю, только увидел, что ДК фулл ПВП. Dead Friend. Типа чел написал 255, ну я хуй даже не стал осматривать. Наебал, да? Тебя не смутило, да, что он 3К ДПС, да? Знаешь, вот самый низ даже не удосужил смотреть, что кто там такое? Рядом с танками. Вот я долистал до 15 позиций, мне дальше не было интересно, до сего момента. Типа на этих боссах как раз проверяется, кто долбоёб и кто чё делает. Это ты, видимо, промахнулся, и мне ее одно. Нам и нахуй не нужно, короче. Не знаю. А ты обмен видел, что... Одеться, пожалуйста. Нет. Ты мне на боссе, по-моему, скинул. Я думал, что я не тут. Ну декармишь хуй с тобой, но на лича ты точно не попадешь. Ребята, которые сейчас троллят эту треньку, они предупреждали, что танка, блядь, кроме друида. Правильно, мне надо дать. Дай мне ассиста. Блять, не могу поставить. Одну метку сюда поставьте. Если не можете так, вот так. Одну метку сюда. Да, одну метку ставьте. Объясняю тайминг. Пуляется босс. Стоит на месте. Никуда не двигается. До второй фазы. На второй фазе. Если выходит зеленый,
Босс танчится здесь. Крестики. Появляются колбы, сбрасываются колбы. Босс отводится в череп. Дальше. То же самое. Появляется красный, босс танчится в черепе. Появляются колбы, сбрасываются колбы. Отводится в крестик. И так бесконечно. Босс стоит тупо на месте. Крестик, блядь, или череп. Единственное, что если лужа, там немножко правее или левее. Босс не бегает, блядь, хуй пойми где, блядь, в середине, блядь, не знаю где. Тому подобное. Точно рассказал мне тактику, которую я рассказывал на первом убийстве в Ancient Tribe. И колбы сбрасываются ровно вот эти углы, блядь. Они друг на друга ставятся в этих углах. Сбрасываются спокойно. И милики колбы не, блядь, не ловят при этом. Шинджицу ты тут, в Дисе? Это можно в любой. Почему? А нам хватит ДПС без двух людей? Почему у Рока дает 5к ДПС, а ты даешь 2600 ДПС 64 тысячи? Сколько он дает шторы? Хочу одну аферу предложить. Он сдох. Может шторы похилит, и я на шамана зайду подамажу. Ты чё? Не хочешь профи убивать? Хочу. Да нам хватит урона. Ты просто видишь, что происходит? Обмен кидай. Люди в лужах дохнут, блядь. И от переменей. Перемени. Рождение профа — это не моя тема. Там... Какая метка не скидывается? У нас скидывается. Вроде нет. Нет. Во. Знаешь? Ну что ты там, паролил, все? Да. Проверяй, Ерчу, и погнали. Постоять. Время уже. Разобрись, либо убиваем, либо идем спать. На... Куда луна, туда и вы. Да, блять, их хоть 20. Вообще похуй. Нам хватит урона. Просто, блядь, делайте, что вам говорят, и не дохните на хуйне. Друид, который этот, бэкнайф, тут? Кинь эту охоту на чушку. Можешь вообще пока накидать. Я спамил добор, никто не пишет. Хватит так урона. Танчит Войд. Да. Чёрт, да, луна ваша. Советую стоять в луне, чтоб лужи были в одном месте. Вот, получите. Я написал сказку. Бабл можно даже. Луна.
Легко конь. Кто-то ливнул, да? Во время... Я же написал, что отхожу, почему кикнули-то? Вдру вэр не хулибала. Раз. Метку прохил. Таргет отошли. Да, ну мы убиваем одного, это уже следующий будет. Свечите быстрее было, следите за костом. Непредсказуемый, вы уже смотрите. Идете свеч. Не ждите, что я вам скажу, блядь. Идите с нами. Бейте, вот так. Дерьмо один из физики. Шторы, бэры, хахаф. Три. Даю на ману день. Ёбан шаман, блядь. Рефтаргет. Не успеваем. Кто-то не свитится в адов. Дадим тебе. Нормально живет, сейчас дам. Это цехапелла, блядь, не успеваем. Давай я нашу маму. У нас тут красный идет, у нас темелики бьют почему-то в этот момент босса. Вы не соображаете, что мы закапываемся в этих каплях? Нет, походу нет. Я стопаю, короче. Либо давай все равно я на шамана, потому что давай я тогда захилю все это. Не, прежде чем что-то там куда-то заходить, захиливать, во-первых, тут... Да нет, тут с ДПСом пиздец. Во-первых, тут ДПС нет. Ну, шторы похилит, а я тогда подамажу. Ну, тут уже люди ливают. Во-вторых,
Во-вторых, тут хил падает, когда вот этот на М холодильник. Это плохая идея была меня пересаживать. Да, да, поясно. Десятка, грубо говоря. Ты просто взял на чушку, пересадил. Причем Причем твои 10к тут ничего не решат. О, знаешь, в первом трае типа получше было с этими хуйнями. Ну, конечно, получше было. Да, конечно, 244 вар, блять, дает зеленого больше других милик. Ну там не намного, но больше. Да я сейчас посмотрела на босса, там босс был, а просто его облепили милишники, а красный бегал по кругу. Ну чё это? Ну типа там идет каст, непредсказуемый эксперимент. Логично же, что надо, блядь, вернуться, нахуй, идти бить хуйню. У меня большой вопрос. Вот по, блядь, по 4, по 5 тысяч ДПС. Ну, это само собой. На Вальку идем. Ну ладно, там типа девятка, десятка. Блять, по 5000 ДПС. Автоатака. Первый раз почти убили. Если бы паладина бы кинули диван. Прости, что делаем? Какую Вальку захилим? Ты уверен? Коника захилят. Да все, народ ливает, ебать. Походу и Вальку не захилят. Домой. Ну ладно, короче, дособирайте эту херню в среду. И идейским рейдом допройдем. По бырому да закроем как раз. Боссов продадим. Хоть времени не надо будет дохуя тратить. Час времени потратим, да закрыть. А сколько вообще не было, да?